Здравствуйте, мои дорогие друзья, садоводы и огородники. Я Маша Васильева, и вы на моем канале «Сад, огород и зимняя теплица». Дорогие мои друзья, я провожу конкурс для моих подписчиков ВКонтакте. Группа «Сад, огород и зимняя теплица». Если вы не являетесь подписчиком, то вы можете очень легко подписаться. Для этого вы должны перейти на мой канал, там будут обои, такая картинка с розами из моего сада, и внизу справа в углу будет значок ВКонтакте, он активный, и вы можете перейти в группу и подписаться, нажав на значок подписаться. Все, вы являетесь участником группы, подписчиком группы и можете участвовать в конкурсе, который называется «Самый красивый венок». Под этим видео ВКонтакте вы должны написать мне любой комментарий. Например, «Привет, Маша!» или «Жить, как жить здорово!» или «Все прекрасно!» и прикрепить вашу фотографию в веночке. Это занятие настолько увлекательное, потрясающее. Вам очень понравится. Да к тому же у вас останутся незабываемые фотографии с фотосессии с прекрасным веночком. Дорогие мои друзья, далее для участия в конкурсе вы должны перетащить эту запись к себе на страницу и закрепить ее до объявления результатов конкурса. Результаты конкурса я объявлю в середине августа. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество лайков под фотографией. Так что участвуйте активно. В этот раз никаких чисел случайных в генераторе, а только мы с вами сами будем выбирать, сами с усами. Дорогие мои друзья, победитель получит набор семян от меня. Вот такой подарочек вы получите. Кабачки, тыквы, фасоль, шпинат, салаты, морковь, капуста, огурцы, баклажаны, перцы, томаты, редис, лук, сельдерей, пекиночка, цветочки многолетние, невяне, калиусы, гиганты, которые я вам сейчас показываю в своем саду, петунии махровые, астрочки, укропчик, базилик, лимонный аромат мой любимый. В общем, все это будет вот в этом подарочке. И под этой записью или отдельной записью я объявлю, кто стал победителем конкурса. Вы мне в личном сообщении напишите свой адрес, и я пришлю вам посылку, где бы вы ни жили, лишь бы только не за границей. Дорогие мои друзья, я желаю удачи каждому из вас. Пока-пока!